чувствую. Ничего. Пустите. Не хочу. Вот так. Прошу. Чего? Ты что-то сказал? Не надо. Я не... Не чувствую. Силен ты, раз вынес это. Спасибо. Не знаю, что бы делал, если бы не... Береги силы. Все позади. Грейся теперь. Мне надо вернуться в убежище, Йордейк. Найди меня там. Я тебя благодарю, как подобает. Знаешь, тут... Тут есть еще турцы. Ох, охотятся на двергов, думаю. У них есть логово, они говорили о нем. Не думали, что я их услышу. Они ж что-то замышляют. А что не разобрал? Это к югу от Мьёльнир-Смиды, у поворота дороги. Останови их. Не смей указывать мне, что делать. Впрочем, я поищу их логово. Ты дальше справишься? Прости меня. Да, да, справлюсь. Надеюсь, увидимся в убежище. А я ведь уже знаю это место.
здесь мне точно не рады. Светов, нужных тому Двергу. Слушайся хозяина. Да, беги прочь. Ты не выстоишь против нас двоих. Тише, Гуленбурсти. Теперь все хорошо, я здесь. И мне нужна твоя помощь. Если, конечно, спокойно, друг. Теперь ты снова со мной. Thank you.
Силы. Здесь был выкован молот мощнее всех молотов всех миров. Первые два дара Брока и Синдри уже затмили труды сынов Ивальди. Третий должен был стать еще лучше. Мьёльнир. Гибель Турсов. Молот, что разрушал бы горы, а брошенный всегда попадал бы в цель и сам возвращался в руку хозяина. Дверги в третий раз раздули горн. Чтобы снова все вышло, как задумано, им требовался идеальный жар. И снова Локи стал слепнем. До того жаждал он неудачи Брока, что ужалил Дверга в глаз так, как не жалил прежде ни один слепень. И теперь не оплошал. У молота был изъян. Рукоять чуть коротка. И все же мы сочли творения Синдри и Брока лучшими. Локи проиграл и проспорил голову.
Мало кто стал бы оплакивать Локи. Но, конечно, этот плут нашел способ не сдержать слова. Впрочем, это уже другая история. Ничего не знает. Тебе конец! Let's go.
Полно стражников. Распорошили гнездо.
Бомбурова задница. Ну и как мне теперь вернуть свой молот? Что тут случилось, Дверг? Именем Имира. Ты же Хави из Асгарда. Я слышал, что ты у нас бродишь, но не ожидал увидеть своими глазами. Я потерял молот. Могучий молот. Он раскалывал горы надвое. Случайно споткнулся и закинул его вон туда. Если достанешь его, можешь оставить себе. Такую вещь нельзя бросать, где попало. Ладно, я его достану. Все. Для Хави это пустяковое дело. Да, вижу, что такому, как ты, лава совсем не страшна. Но... О, нет! Молот! Молот поврежден! Поврежден? Да, посмотри. Трещина на рукояти. Испытание пройдено, Хави. Что за... испытание? Да! Нападут, как только увидят. О, моя голова. Что случилось? Иди сюда. Так, слушай меня внимательно. У нас всего одна попытка. Что ты несешь? Кто ты вообще такой? Что здесь происходит? Если не хочешь, чтобы я рассказал тому великану, кто ты на самом деле, послушай меня и сделай, как я говорю. Смеешь угрожать? Да я тебя через прутья задушу! Заткнитесь, или я вас заткну! Нет времени объяснять. Я позову Турса, а ты хватай его ключ. Вытащи нас отсюда, и я все объясню. Чего? Эй, ты! Да, ты! Иди сюда. У меня есть для вас важные сведения. Ну что ж, послушаем. Какую чепуху выдашь на этот раз? Твоя мамаша ко мне заходила. Вчера вечерком. Она давно мертва. Да, но... Ах ты тупица! Это я тупица. Сур. Ты что? Услышать. Хватай свои вещи и пойдем отсюда. Ладно, с
расскажи мне, как соберешься. Вставай, мы уходим. Только обещай, что вытащишь меня. Если останусь здесь, меня убьют. Объяснись, иначе это я тебя убью. Эти твари из Муспеля схватили меня. Бросили сюда. Чтобы выйти, нужно перебраться через лаву. Сам я этого не умею. Но с тобой... Для тебя это легче легкого. Ну, если наш общий знакомый не приукрасил. Знакомый? Часом не тот йотун-оборотень с молотом, что якобы раскалывает горы. Вот старый враг. Хочешь получить молот? Подними меня и вытащи отсюда. Ладно. Чуешь, Хави? Вот там сладкий запах свободы. И все благодаря тебе. В чем ты провинился? Кроме того, что я дверг и бился с захватчиками. Ты бился с турсами? Видишь ли, я кузнец. И прямо перед началом вторжения я единолично вооружил целое войско из самых смелых двергов на свете. Кланы объединились, чтобы дать отпор огненным турсам и йотунам. Но в конце концов, все было напрасно. Меня схватили, обещали выпустить, если сделаю им оружие. Я сказал, что лучше умру. И насчет того молота... Да знаю я, небылица все это. Но неплохая. Помочь чужаку, зная, что награды не будет. Не зря тебя зовут высоким, владыка асов. Вот и ты. Цел и невредим. Брат, я же говорил, что найду того, кто поможет. Вот уж не думал, что буду так рад видеть твою большую страшную рожу. Ты молодец, брат. Страшную? Ха! Давно в зеркало смотрел. Отцу стоило сбросить тебя с утеса, лишь только твоя сморщенная морда увидела свет. Как же я тебе рад. Ну и ну, йотун, сумевший обмануть меня. Вы что, братья? Да, сводные. Наш отец Трави, славный дверг-путешественник, который побывал во всех девяти мирах. Трави и моя мать дверги. А вот брат мой, йотун по матери. У нас есть и сестра, у нее мать из Муспельхейма. Есть еще брат. Так он наполовину медведь. Долго рассказывать. Смотрю, ваш отец и впрямь много где побывал. Скучать он не любил, это точно. Прими нашу благодарность, Хави. Мы будем петь за тебя всегда. Что ж, радуйтесь свободе. И не теряйте ее.
Не стоит привлекать внимание.
видеть нас. Больше паруса! Бойте, вороны! Спустить парус! Парус поднять! Поменьше!